Подшефному классу Росгвардии и Дед Мороз должен приходить свой, росгвардейский, такой же задорный и добрый. Однако сегодня наказы у него другие. Прежде всего, встретить Новый год безопасно. Потому и рассказывают ребятам, например, как правильно запускать фейерверки. А после профилактической беседы – веселые старты. Конкурсы у ребят были непростые. Помимо стандартных, на меткость и скорость, школьникам предстояло пройти задание по сплоченности команды и тест на тренировку вестибулярного аппарата. Победила, как водится, дружба. На базе 38-й школы действуют три подшефных Росгвардии класса – 5-й, 6-й и 8-й с литерой «Б». Чем с Росгвардией уже четвертый год, и уже четвертый год сотрудники приезжают сюда поздравить наших кадетов с Новым годом. Сначала это был один класс, потом два класса, сейчас уже три кадетских класса находятся под их чутким руководством. Третий подшефный класс появился не так давно, в сентябре этого года. Это самый младший. Однако задачи перед ребятами те же. Наравне со старшими их обучают военно-прикладным видам спорта, а чтобы закрепить свои навыки, для них проводят военно-патриотические мероприятия. Сегодня мы провели акцию «Дед Мороз» специального назначения. Поздравили свои подшефные классы с новым 2024 годом. Значит, провели веселые старты. Посмотрели, как наши подшефные классы умеют быстро, ловко, умело выполнять все задания, поставленные учителями. В завершении встречи Дед Мороз и Снегурочка подарили школьникам подарки и пожелали интересных и безопасных каникул.